Всем привет! А что, все делают распаковки? Почему бы нет? Поехали! Так, мы заехали в овощной сразу. Купили мы сейчас на пляж, потом поедем. Часа в три, да? Чтобы солнце чуть уже это, потому что в сезон надо открывать плавать. Взяли кукурузки. Почему нет? Вот такая кукурузка. В овощном мы скупились на 93,60 шекелей. Взяли там перчик вот такой. Это я хочу нафаршировать. Вот такой перчик. Он небольшой, смотрите, какой красивый. Нафарширую. Взяли огурчики. Это земляные, нетипичные, потому что в Израиле основном тепличные, да? Но есть и земляные, они вкуснее такие. Они жестче, и вкус у них вкусный. Так, что мы еще купили? Я маслинки. О, потекли. Потекли маслинки, оливки. Как бы там овощные магазины, выбор разный, да? Можно пробовать. Я напробовала, не все ж. Я говорю, не хочу целую коробку одних. И мы несколько сюда накидали ассорти. Вкусно очень. Маслинки очень полезные. Надо кушать. Ну, уже вымазалась, видите. Так, что еще взяли? Хочу икорку сделать, поэтому мы взяли не по 5,90, а по шекель 90. Они чуть-чуть вот и дешевле. Ну, на икру мне пойдут, да? Как бы. Вот три штучки взяла. Так, что еще взяли? О-о-о. Взяли сетку картошки, потому что дома ни одной картошки нету. И еще взяли помидор. Люблю салат с помидор. Они здесь, ну, конечно, не такие, как там, со своего огородика. Ну, шпят, мы привыкли. Тоже вкусные, уже привыкли. Взяла такие длинненькие. Вот. Это все было на 90... Почти сотню, да? Шикарь. 93,60. Так, потом заехали... в русский магазин, он все товары оттуда, да? Поэтому там купили. Раз мы на пляж. Так, там мы скупились, конечно, 288 шекелей, 33 огорода, да? Семечки на пляже поплевать. Вот такие мне нравятся. Потом мы купили, ну, захотелось не варенки, а такой вот детской колбаски, говорю, вот что-то. Потом колбаска затянула у нас, сейчас скажу, на сколько, 3-4 шекеля. Ну, как бы такая. Потом сосисочки с сыром взяли, вот они затянули на 34,22. Вот такие. Потом я люблю хлеб, вот такой, петровский. Не знаю, что-то он мне нравится. Он, короче, вот такой, свежевыпечный. Мне этот нравится. Потом взяли... стейки свиные, 4 штучки. Вот 4 штуки обошлось нам 55,35, 59,90. Это ж не шейные, а какие они? Вот. 4 стейка. У нас грильница, зажарим, будет вкусно. И еще взяли фарш. Короче, 2 килограмма индюшиного. Я люблю смешивать. И 2 килограмма говядины такие. Вот нам все упаковывают. Вот, вот это, например, здесь кило 46 на 52,20. Это в шекелях, вот таких 2 килограмма. У-ху. Далее. Все, я люблю смешать. Вот индюшины смешаю с говяжьим. И перчик нафарширую, да, вот такой. Я вам показываю, может, кто уже не посмотрел. А вот такой перчик нафаршировал. Красиво, вкусно. Ну и как же себя любимую не побаловать? Я заехала в Миловицу, да? Сиськи теперь будут в комфорте. Самое интересное у меня всегда в конце, да, ролика? Короче, взяла себе 2 с Миловицы лифчика по 270 шекелей. Но я себе еще заказала с Амазона 5 штук. Плывут, едут, летят, не знаю.
Но там же не померять. Поэтому разных назаказывала, чтобы выбрать размер. Потому что здесь эти 270, а там 29 долларов. То есть 3 раза цена. Ну и посмотрим. Ха-ха. Так, все, мои хорошие. Меня с покупочками. Сейчас я это все разбираю. Чуть-чуть готовлю. И едем на пляж. День продолжается. Выходной, пятница. Пятница! Выходной! Ура!